Не выбрасывайте ксеноновые лампы, потому что в них содержится в колбе пары ртути. Вот, и некоторые нерадивые автолюбители вот такие вот опасные вещи выбрасывают прямо на улицу, на обочины. В общем, вот, хотя у нас пункты есть, куда сдать, но, видимо, они такой проблемой не озадачиваются. Ну, что сказать, общество потребителей. Купил, потребил, выбросил. Так что после себя хоть потоп. Засираем окружающую среду. Вот я их подобрал на улице. Валялись они. Это она валялась на обочине. Это вот в коробке была. Около мусорки, видимо, выбросили с автосервиса. Вот так вот и ртуть попадает на полигоны. И вот такой вот получается. Мне-то кажется, если вы беспокоитесь за природу, лучше подумать о том, чтобы приобрести лампы, которые при ДТП или при выходе из строя фары же бывают, чтобы люди попадают в аварию, разбиваются. Лучше покупать безопасные лампы, которые не вредят природе. Зачем вот такое вообще дерьмо производить?